Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди. Мы продолжаем проходить игру Far Cry «Возмещение ущерба». И это второй выпуск. Миссия называется «Большой переполох». Ну что, давайте начнем. Так, задание. Так, мы должны пробраться на вражескую базу, да. Ну давайте. Сейчас я до тебя доберусь! Так, сейчас вот этих вот всех убьем. Как тебе это, наемников. Есть, сэр. О, черт. Полный вперед! Что еще захотел? Так, там два этих. Так, мы видим с вами сейчас. Да, черт возьми. Ты жив? Убиваем всех. Беспощадно. Так, ну давайте выходим, ребят. Вот он, лох, упал с этой вышки. Так, вот еще двое. Так, вот еще двое. Вроде все. О, винтовочка. Вот это супер. Вот это хорошо. Так, броня нам нужна. Так что берем. Патроны. Это автомат. О, еще наемник. Так. Там у нас база. Вот она. Я сейчас вот что сделаю. Вот так вот пойду. Ну, попробую вот так вот сейчас сделать. Так, там по-любому снайпер, вот прям по-любому. Тревогу подняли? Вот твари. О, снайпер. Да ёшкин кот. Неужели? Я его все-таки снял. О! Так, все, я этого снял быстро. Пулеметчика. О! Получайте, твари. Так, вон там еще. Бегают. А, так, вон там еще. Где вы все? А я думал, кстати, что у него патроны кончились, но нет. Так, мы должны найти какой-то ключ. Ну ладно, сейчас найдем.
ключ. Я должен сейчас найти. Для тебя все кончено, ублюдок. Я чего, интересно? Я тебя уделаю. О, еще вертик. Соси. Плохо тебе, приятель. Вот так вот. Лево! Соси. Что здесь произошло? Убиваем всех. О, карточка. Берем. Да, мы нашли ключ. Отлично. Просто супер. Так, ну и что, мы должны открыть? А, походу, на карте. А, вот это что ли двери? Так, ну ладно. Потом посмотрим, что там. Сейчас я тут... Ну, короче, все, я взял. Мне еще, правда, патроны надо маленько подобрать. Так, о, наемники. Еще одни. О, еще один. Ну что, открываем эту дверь. Так, ну и что тут у нас такое? Что это за склад такой? А, типа боевые припасы, да? И все? А, тут какая-то еще карта. Ну ладно. К нам гости. Давайте, давайте, я вас сейчас сразу прикончу, твари. Давайте. Поняли? Твари. О, кстати, вот это вот прикольное оружие. Так что я вот это вот выкидываю и подбираю, конечно же, вот это вот оружие. Оно круче. Так, все мы сделали. Найдите лодку. Так, она должна быть где-то здесь. Да, вот лодка. Так, мы теперь должны плыть вот туда. Так, что она не плывет-то? А, цепи, что ли? Сейчас мы вот так вот сделаем. И все. И можно плыть. У меня мышь не проскочит. Конечно, иногда бывают проблемы. Что за черт? Дорогие друзья, на этом я закончу второй выпуск прохождения игры Far Cry «Возмещение ущерба». Надеюсь, вам понравилось. Всем пока, всем удачи.